Ребятки, всем привет! Я продолжаю играть в Бравл Старс, идти по пути к славе, собирать монетки, собирать жетончики звездные, собирать гемасики и, естественно, друзья, кубасики. Друзья, я уже, как видите, собрал 3418 кубасиков, и мы идем вперед по пути к славе. Вчера, друзья, мы играли на кольте уже 12 ранг, 185 кубасов. Если, может, кто не видел, можете посмотреть на предыдущее видео, как я играл на кольте, как я там открывал мега ящик и открывал еще ящички и хорошо сыграл на кольте. Сегодня, ребят, мы будем играть, сейчас посмотрим, какой у нас боец Джесси. Сегодня мы, ребят, сыграем на Джесси. Сейчас Джесси мы улучшим до 5-й, до 6-й силы. Да, на Джесси у меня уже 6-я сила, 9-й ранг и 139 кубков. Конечно, не хватило одного кубка, чтобы быть на 140-м. Выбираем Джесси, и сегодня мы будем прокачивать Джесси. Так, у нас есть в магазине подарочек. О, здесь в магазине есть какой-то набор значков. Набор значков, даже не знаю, что это такое. Ну, естественно, мы покупать это все не будем дело, потому что мы гемасики собираем и хотим посмотреть, сколько у нас соберется гемасиков до конца проекта. И, может быть, каких-то у нас бойцов не будет, будем покупать мега ящики или, может быть, сразу бойцов будем покупать и выбивать будем бойцов. Ну, естественно, мы играем пока, друзья, без доната. В игру мы не донатим. Все ждем, когда у нас пройдется весь путь славы. Потом будем смотреть, на что донатить и что нам нужно будет покупать. Так, а сейчас мы заберем подарок. Это у нас очки силы Ниты в подарке. И, ребятка, для Джесси у нас ничего нету. Да, это у нас Пэм, Пайпер, гаджет. Да, ничего у нас такого особого нету. Бойца мы выбрали с вами. Все новые события у нас доступны. Будем во все играть, все проходить. Так, Бравл Пасс у нас, как видите, до конца сезона еще 50 дней. Даже не знаю, пройду я его за 50 дней или не пройду. Так как я играю, посмотрим, может, не будем проходить. Пивать я посмотрю. То тогда придется больше играть, чтобы пройти Бравл Пасс. И посмотреть, что там в конце все-таки у нас получится. Так, а сейчас заходим в новое событие, ребят. Горячая зона, лопасти. Выбираем и идем качать Джесси. Там, ребята, вы обязательно прожмите лайкосы. И, может, кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Для меня это, ребят, очень важно. И прожимайте колокольчик. Ой, меня, ребят, убили. Как-то я не посмотрел, аккуратненько не сыграл. Да что это такое? Буквально только подхожу и сразу убивают. Да, там приходит Джесси, так ультует вообще просто. Так, нам нужно захватывать эту ихнюю базу. Потому что, ребята, потому что... Все, бой окончен.
мы захватили 100%, ребят, и я, естественно, оказался звездным игроком. Неплохо ребята сыграли. И у нас уже 10 ранг. И 147 кубасиков, ребятки. И 1000 звездных. Так, идем захватывать кристаллики. Идем захватывать, ребята, кристаллики. Так, что у нас? Да, у нас какая-то новая карта уже появилась. Так, меня ребята убили. У нас такая бойня там идет вообще. Я не могу понять, мы проигрываем. Да, там Булл захватил все кристаллы, ребята. Да, и меня все кристаллы забрали. Так, я думаю, что наш тиммейт, ребята, подхватит кристаллики. Нет. Нет, ребята. Все, они выигрывают. Они подхватили. Нет, мы выигрываем, ребята. У нас Шелли захватила все кристаллы. Я думал, что это они выигрывают. Это, ребята, очень хорошо. Мы выиграли в этой схватке. У нас такая бойня была. Да, и Шелли у нас звездный игрок. Бойня была очень. Так, мы заработали 8 кубков. У нас уже 155 кубасиков на Джесси. Так, и движемся мы по Бравл Пассу. Движемся по Бравл Пассу. Так, у нас дальше идет, ребята, одиночная. Столкновение, одиночное. В одиночное нужно играть аккуратно. Сейчас собрать максимум кубиков. Она хотела меня потом атаковать, да? Ох, хитрая какая. Да, все-таки Джеки меня атаковала и убила, ребята. Я занял 6-е место. Нужно будет, ребятка, переиграть. Переиграть нужно будет. Сейчас мы сыграем в парное событие. А потом сыграем еще раз в одиночное. Я все-таки думал, что я сейчас Джеки добью, но не получилось. Не получилось, ребята. Так, ну что, мой напарник уже где-то уже отыгрался.
Да, там уже он, смотрите, ребят. Уже по 12 банок. Да, я его, конечно, не понимаю. Он побежал в те кусты. Не могу понять, почему он так сыграл. Да, конечно, нас добили. Добили. Мой напарник вообще так играл. Я просто сам играл в это сражение. Постоянно его не было. Постоянно он где-то появлялся. Так что у нас столкновение одиночное и парное, ребята. Совсем не получилось сыграть так, как говорится. Хочется занять первое место, так как мы играли перед этим на кольте. Еще там на других бойцах. Так, со мной уже попался читер 3 семерки. Он играет на максе. Ай-яй-яй-яй, забили гол нам, ребята. Ну как я так не успел ударить? Ну как, ребята, так вообще? Просто не понимаю, не успел ударить. Поворотом не мог бы забить гол. Ну просто какой-то трэш, просто трэш. Все, читер 3 семерки у нас забил гол. И счет у нас 1-1. Все, читер 3 семерки забил второй гол. И мы победили. И читер у нас звездный игрок. Да, он неплохо сыграл, он на макс, он включил свою ульту и погнал, погнал, погнал. Его догнать никто не смог, и он просто забил гол. Так, ребятки, 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 играем новое событие, награду за поимку, кремовый тортик. Кремовый тортик. Да, сейчас начинает уже сервера что-то подлагивать. Это мне не очень, ребят, нравится. Так, счет 4-5, у нас начинаются лаги. Почему у нас начинаются лаги? Вы так хорошо играли просто.
Так, счет 14-6, ребят, мы пока выигрываем. Пока выигрываем, там Пэм стреляет издалека. Так, 26. Ну, у нас, я думаю, или Рико, или Бо будут звездными игроками. Потому что они как-то все так... Ой-ой-ой, 20-14. Так, осталось 30 секунд, 22. Главное нам сейчас в оконцовке не проиграть, потому что мы можем 25. Потому что мы можем, как всегда, в оконцовке проиграть. 32-18, ребята. 28-36, 28-38, 28-28. Все, ребята, мы победили. Да, у нас Рико оказался звездным игроком, так как я и говорил. Да, и идем мы, ребятки, дальше. Идем мы дальше. Так, у нас осталось еще сыграть в одиночное событие. В одиночное нам нужно, ребята, выиграть. Так, ребята, мне досталось пару баночек всего-навсего. Так, нам пришлось атаковать Дэрила. Осталось 5 бойцов. Ой, да, там Нита прибежала и уничтожила. Я занял третье место. Третье место, 7 банок. 7 кубасов, ребята. Так, еще сыграем мы, ребята, в парное. Там заняли третье место. Еще нам нужно занять. Так, ребята, мы собрали 5, ну вон, ребята, идут с 8 банками. Так, ребята, у нас началось столкновение у нашего соперника. 12 банок было.
Ай, там Бул, ребята меня убили, как он появился вообще, и мы проиграли с этим роботом еще. Я просто забыл, что должен быть робот еще появиться. А так играли неплохо. А так ребята сыграли неплохо, мы заняли второе место. Так, ну еще у нас осталось одно событие. Это событие я уже сыграю в следующем видео. Так, мы в принципе все события прошли. Немножко прокачали нашу Джесси. Заработали 189 кубасов уже на Джесси. 12 ранг, ребята. Так, у нас есть что-то здесь у нас есть. Это у нас есть монетки. Заберем монетки. Ящичка, мы пока к ящичкам не дошли. Вот на 8, на 9 и на 10 будут у нас ящички. Будем забирать и открывать ящички. А пока ничего нет у нас, никаких ящичков. Открывать мы сегодня не будем. Это, наверное, первый раз за видео, что мы ничего не открываем. Так, следующее видео, ребят, будем прокачивать кого будем? Ну, скорее всего, наверное, уже Брока будем прокачивать. Или посмотрим, или, может быть, Бо возьмем, поиграем на Бо. А на этом, ребят, буду с вами прощаться. Всем спасибо за ваши лайки, за ваши просмотры, за вашу подписочку. До новых встреч, всем пока-пока, ребят.